Лучшие спортсмены Архангельска, Новодвинска, Котласа, Мирного и Северодвинска боролись за призы 14-х летних спортивных игр среди муниципальных образований Архангельской области. В столице Поморья прошли 14-е летние спортивные игры. Лучшие представители 5 городов боролись в 7 видах спорта в личном и общекомандном зачете. В пляжном волейболе наши мужчины завоевали серебряную медаль, а женская команда в составе Любови Губкиной и Галины Чулковой заняли первое место. Золотым стало выступление северодвинских гиревиков. Николай Подосинников, Игорь Ковалев, Михаил Степанов, Александр Лобанов и Николай Кошелев стали лучшими на помосте. Сборная мини-футбольная дружина города Корабелов разгромилась соперников из Мирного 11-0, 5-1 футболистов Котласа и, сыграв в ничью с хозяевами 1-1, заняла первое место. Также отметим серебряные медали стритбольной команды. К сожалению, спортсменам Северодвинска не хватило этих побед, чтобы занять первое общекомандное место. Корабелы стали вторыми, уступив золото архангелогородцам, бронза у котлашан.